Всем привет! Значит, зацепили косилку за Т-25. Я вчера маленько подкосил сейчас Оттаву. Сейчас поеду до Кашу на раз, чтобы за один раз нам там закатать сенаж. Сено 23 сентября 23 года. Такого долгого сенокоса у нас давно не было. Но сено еще лежит у меня. Даст Бог, там дня через два закатаю. Завтра ливень передают, но хрен его знает, будет он, не будет. Посмотрим. Так, 1,20 м, 1,65 м. Вироксом поеду Оттавку скошу. Тоже дала она жара нам. В начале сезона всю ступицу перебирали, но она, наверное, на канале есть. Т-25. У нас одна руки крутили, и почему-то откручиваются бортовые. Но это надо его вывесить и заново закрутить. Накрутить там направляющих не было. И здесь нету, надо их сделать, да поставить, меньше болтать будет. Давай, Виталь, подтянем, вон она. Ослаблена. Ее надо вообще эти шпильки выкрутить нам. Она со шпилькой нижней откручивается, да? Да. И, блядь, вообще другую шпильку закрутить. Новую она. Потому что она там в масле, и еще тебе иди покажу, что. А это ты снимал, наверное, да, отсюда спицы? Да. Ну, поставь ту одну. Сейчас тебе принесу. Ладно. Сейчас поедем, покажу, что, как будем крутить, вертеть. Сейчас, наверное, покажу. Ну, вот такая вот Оттава. Это я вчера с утра скосил. Ну, это уже чистый сенаж. Не силос будет, а чистый сенаж. То есть, вот день. При температуре 20-23 сентября все подвяялось и уже пересыхает. Надо, по мне, так я бы уже вчера еще замотал сразу. Ну, сейчас добавлю волков по 6. Боюсь, здесь будет там 3-4 рулона. Но это все равно хорошо. Это Оттава очень хорошо. То есть поедаемость ее прям телки сами не свои, и овцы то же самое. Даже в сенаже, а в силосе еще лучше. Ну, вот так вот. Т-25. На канале много видео есть про, как с этой косилкой косит. 1,65 м, он ее спокойно тянет. То есть маленько разогнать по оборотам вом, и все пойдет. Ну, сейчас потихоньку покажу. Сейчас разложу ее. Значит, пружинку я про... Сами поняли, да? Неудобно будет, сейчас разложу, покажу. А то одной рукой у нас работает только одна ручка. Ну, ничего тут сложного нету, то есть предохранитель поставил, и все. Единственное, что у меня цилиндр хорошо, ну и винтом так можно сделать. Я маленько вперед ее нагибаю, чтобы пониже скашивало. Так что, ну, сейчас круг 2 сделаю, покажу процесс, наверное, как она будет косить. Ну, тут давно, наверное, месяц назад смотрел про Синта и Маракан пресс. Почему говорил Т-25? Потому что это следующий, как бы, шаг. Следующий шаг. Я не говорю, Т-40, конечно, идеально. Т-40 это почти МТЗ-уха, но Т-40 у него большая-большая болезнь, это сцепление. Сцепление, никто не работал на Т-40, будет большая проблема по сцеплению. Постоянно держит его, постоянно его ведет, постоянно лапки, и с качеством... Ну, вот сейчас запчастей новых, китайских, и всех остальных, не только китайских, придется перебирать с прессом,
много-много раз раскатывать и закатывать это сцепление. А Т-25 он выносливый, и Маракан он спокойно потянет. Ну не спокойно, конечно, качество ки будет не такое уже, потому что у меня форшрит на МТЗ, это едешь там, даже МТЗ вот так качает этот пресс. И МТЗ набивает на 500 оборотов, он также бьет кипы как бы, а на 1000, он положен на 1000, он бьет вообще каменные кипы, там веревки не выдержат и охренительно. Так что следующий шаг Т-25, хотя бы Т-25, Т-40, да, я бы взял, но чисто для пресса. Остальные работы Т-40 будет, мне кажется, проблема с сцеплением. Но это каждый решает сам. Ладно, поехали смотреть нашу Оттаву и будем ее мотать на...